Раньше автобусы заходили на остановки через каждые 5 минут. Сейчас их приходится ждать по полчаса. А если случится так называемый сход из-за поломки или других обстоятельств, еще дольше. В последнее время в ПТП пытаются оптимизировать сетку движения все чаще. Так, в начале лета часть городских рейсов сняли, другую часть отправили по их маршруту. Во-первых, смотрите, у нас четверка заходила на вокзал, естественно, было меньше рейсов, да, количество рейсов, то есть удлинялся маршрут, и рейсов, количество рейсов уменьшалось. А сейчас мы вернем на место, увеличится количество рейсов четверки, то есть чаще будет ходить четверка, ну и остальные двойки будут чаще ходить. То есть сокращается расстояние, количество километров, и двенашки у нас выйдут. Это станет возможным благодаря закрытию дачных маршрутов. 3 октября автобусы до СНТ будут ходить последний день, а с 4 числа вернется прежняя сетка движения двоек, троек, четверок. О количестве двенашек пока не уточняется, поскольку нет водителей, не хватает 12 штатных единиц. Кроме того, на предприятии продолжается сложная экономическая ситуация, как объяснил директор. Пассажиропоток в Искитиме значительно сократился, и здесь не могут позволить себе гонять по городу полупустые автобусы.